друзья, сегодня 2 января, территория Небар 2.0 приветствует вас, с вами Василий Жиленко, ведущий, с которым легко мы начинаем узнавать, что здесь происходит, поехали. Вот ребята стоят, кстати, куда стоим? Мы в очередь за колбасой туда вот. А я, Никита, люблю колбасу. Как отметили Новый год? Отлично. У тебя рубашка, на ней можно в крестики-нолики играть, не пробовал? Нет. Попробуй, будет круто. Итак, друзья мои, специальное арабское поздравление с русским Новым годом. Давайте. Улам тум хэр. Улам тум балу хэр. Мин хуэн, мин битер, мин нибар. Супер. Я очень люблю, когда у девушки есть хвостик, можно вот так вот взять. А, ты первый раз здесь. У девушки первый раз и первый раз в Небаре. И как тебе твой первый раз? Нормально, будет лучше. У тебя на шее ключик. От чего он? Что он открывает? Пояса верности, конечно. Теперь мы знаем, где у нее ключ от пояса верности. Воспользуемся позже. Итак, друзья мои, это второй этаж Небара. То, что происходит здесь, обычно остается за кадром, но сейчас мы видим классных девушек. Вот они танцуют. А это не классные, нет. Дамы и господа, с нами хипстер. Hello, from where are you? I'm from Iran. Are you drink today? No. You just met a drunk girl, yes? Yes, yes. Самый умный иностранец, он ждет, пока девушки накидаются и забирает их с собой. Ловим девушек у туалета. Стой! Стойте! Туалетные девочки! Да подождите вы, там трогаются. Мы просто ловим девушек, которые идут в туалет, чтобы узнать, зачем? Зачем девушки всегда вдвоем идут? Во-первых, поддерживать друг друга. Поддерживать друг друга. То есть единственное место, где девчонки поддерживают. Давай, давай, показывай. Опусти камеру вниз, опусти. Дамы и господа, снимаем порно. Показывай еще раз. Секс втроем практиковали, я как бы не подкатываю, уточняю. А будет, попозже я к вам подойду, все нормально. Скажи, зачем ты нацепила вот эти штуки себе на шею? Ты же... А, для меня? Снимай. Мы находимся в святая святых Небара за барной стойкой. Именно так бармены видят всех этих пьяных гостей. Каково это работать в Небаре? Кричу, помогите, как в утреннем лице. Кричу, помогите, как в утреннем лице. Мамка-то знает, где ты? Я же уже взрослый. Вот. Скай, каково это? Это резидент Небара, он работает здесь уже 50 лет. Сначала появился Skyway, потом Небар. Друзья, прекрасно. 50 лет. Прекрасного настроения, куча потраченных денег. У Максима был здесь первый поцелуй, первый секс. Даже девушка его рожать будет в Небаре. Ну что же, дамы и господа, это 2 января, это Василий Жиленко, это Максим Skyway. На этом мы завершаем наш репортаж и переходим к настоящей работе. МС, все, давай микрофон. Поехали, поехали, друзья. С днем рождения меня, чтобы было как можно больше здоровья. Это Небар, друзья. Спасибо, что пришли.